В эти выходные открывается фестиваль Шостаковича. В честь 110-летия со дня рождения композитора запланированы 6 концертов. Они будут проходить каждые выходные вплоть до 10 декабря. Саратовцы смогут услышать театр хоровой музыки, мужской архиерейский хор, камерный оркестр. А сейчас на сцене репетирует первый концерт. Это будет, так сказать, Шостакович иронический. Или сатирический, как хотите. Например, цикл из 5 романсов на тексты из журнала «Крокодил». Из раздела «Нарочно не придумаешь». Это очень смешно. Вот, честно говорю, очень смешные там и тексты, и музыка замечательная. А на стадионе «Динамо» в субботу состоится день открытых дверей саратовского спорта. Здесь соберутся представители всех школ и секций города. Можно будет пообщаться с тренерами и записаться. Ну а юные спортсмены готовят показательные выступления. А для тех детей и родителей, которые так и не определились, куда привести своего ребенка, мы проводим ярмарку спортивных вакансий. Планируется представить более 30 секций спортивных, как по зимним, так и по летним видам спорта. Приведите своего ребенка в спорт, ведь среди них может быть олимпийский чемпион. А в воскресенье на стадионе «Локомотив» саратовский «Сокол» играет с ярославским «Шинником». Соперник серьезный, но «Соколу» очень нужна победа, поэтому приходите и поддерживайте. Кстати, при покупке билетов всем водителям в подарок вот такие наклейки на автомобиль. Только захватите водительское удостоверение. А еще в субботу, 1 октября, День пожилого человека. Не забудьте поздравить своих дедушек и бабушек. Ну а я точно знаю, что мои сейчас смотрят телевизор, поэтому, пользуясь случаем, дорогие бабушки, с наступающим. Всем хороших выходных!